Всем привет, ребята! Видео создано в ознакомительных целях, без призыва каких-либо действий. Рекомендую подписаться на мой телеграм-канал, там вы найдете актуальные проекты для заработка, всю полезную информацию. Я вам об этом всем расскажу. И давайте сейчас поговорим о таком проекте Superminer, почему произошел скам, почему всех кинули, что вообще тут происходит. И хочу вам сказать то, что сегодня был баланс в обед, я смотрел 350 BNB, и сейчас я захожу, хоп, все, я не могу вывести. И давайте посмотрим, почитаем, можно ли тут было заработать с самого старта. Проект открылся у нас примерно 3 или 2 числа, и прошло примерно, давайте будем считать 30 дней, давайте даже так посчитаем, и я вам сейчас кое-что хочу показать. Чтобы легче было считать, берем сюда $100, там 100 BNB. Кто хочет, так и считайте, это число X. Расскажу, почему опустил смарт-контракт, что произошло. На самом деле все не так, как вы думаете. Досмотрите, пожалуйста, ролик до конца. И давайте мы посмотрим. 25% шло лоховодам. Лоховоды — это те люди, которые кричат, то, что давай, давай, заходи. И им цель заработать на ревке. Им цель вас поиметь и заработать на ревке. У меня такая же тенденция, я хочу дать людям хороший продукт, чтобы люди заработали или оценили его как-то, дальше чему-то научились, чтобы команда постоянно развивалась, развивала свое мышление, свои познания. У меня другой подход. У меня никогда не было цели заработать на ком-то или что-то. Понятное дело, это инвестиции, тут не могут быть все в плюсе, но я всегда стараюсь максимально честно к этому всему относиться. 75 берем процентов, сразу отняли. У нас 75 умножаем на 1.5% было в сутки, умножить на 30 дней. Это получается, чтобы не быть таким математиком, давайте возьмем 1.5 умножить на 30, это получается 45. То есть мы заработали за месяц 45% из этих 75. Так, 45%, грубо говоря, половину. Так что можно поделить на 100. Так. Давайте это число умножим на 0.45. Так будет точнее. Так, если мы умножим на 0.5, это равняется 37.5. Ну, все правильно. Давайте сейчас вот это число умножим на 0.45. 75. Так, 75 умножаем на 0.45. Выходит, мы заработали 100 BNB, 33,75 BNB. Ну, долларов, BNB, там, BSD. Как хотите, так и считайте. Я говорю реальные факты, как есть. Это может там быть 1 BNB, 10, 100, чтобы легче считать было. Далее. 33,75 мы заработали и 65 мы забрали. Почему 65 забрали? Ну, смотрите. Было, во-первых, 25 у нас шло лоховодом и 10% штраф. Значит, 33,75 плюс 65. Фиксируем небольшой минус. Это при том, кто прям сразу вовремя отсюда вышел. Я вышел отсюда 3 дня назад. Кто заработал? Правильно, заработали лоховоды. Теперь давайте поговорим про контракт, почему же он так опустел, почему же тут такой вот ноль прям вот с бубликом. То есть ты хочешь вывести, ага, кормушечка схлопнулась, чат закрыли, всех кинули. Ну, произошло это так по первой причине, то что, смотрите, друзья, админ сюда сам донил, чтобы поддерживать ТВЛ. Смотрите, когда вы, если вы сюда начинаете донить, с вас 10% идет админу, админ начинает сюда донить. По чистой ссылке 25% идет админу, 10% идет админу. Он ничего не теряет. Я думаю, что он донил сюда порядка 200 BNB. И он следил, когда люди выходят. И, видимо, вовремя вот это все сделал. Возможно, он и вчера сливал частично. Я этого не знаю, но я думаю, что админ сюда сам донил. Специально, чтобы создать визуализацию. Побольше, чтобы всех кинуть. В итоге все люди кинутые. Ну, как хотите, так это и называйте. Ну, конечно же, заработали хорошо лоховоды. Вот не спорю, лоховоды прям
очень хорошо заработали пассивщики. Тут по факту, говорю как есть, вы увидели, фиксируем 1.5% минус, ну без убыток. Это при том даже то, что, ну, с самого старта, вот если заходили и вовремя еще вышли. Если еще учитывать комиссию BNB-шки, то там вообще будут потери 5-10%. Кто по мелочи заходил, там на комиссии еще, там на газ платил. Фиксируем хорошие потери. Сразу я изначально говорил, этот проект можно тестировать, щупать. Я думал, результат будет лучше. Больших надежд не было. Так все и произошло. А вы подписывайтесь на мой телеграм-канал. Побольше профита. Ну и до новых встреч.